Посмотри, он шины пускает! И ты повержен! Наконец-то она вышла, друзья мои! Добро пожаловать на канал Funny Family Games TV! Сегодня мы будем играть за Бенди. Бенди будет убегать от злых героев, боссов. И мы будем, убегая, с ними сражаться. Мы будем пытаться это сделать вместе с вами. Поехали! Итак, я выбираю первый эпизод. На меня сейчас будет нападать какой-то здоровенный злой сундук. И из этого сундука идут огромные щупальцы в виде осьминога. Ну что ж, давайте попробуем от него убежать. Бенди, готовься. Погнали, Бенди. Прошу, не подведи меня, Бенди. Кстати, напишите, кто знает Бенди этого героя и кто любит эту игру. Пишите в комментариях, а я начинаю уже убегать. Мне нужно собирать банки с супом, да, я так понимаю? Вот он, я погнал. Игра такая черно-белая, и вот здоровенный злой сундук. Он в меня будет пуляться какими-то непонятными штуками. Как будто это, знаете, в виде землетрясения. Вот он сейчас, он целится вот посередине, видите, как огонь пошел. А у меня есть такая штука, я могу в него пуляться. По дороге я буду брать суп и вот топор. Банка, давайте, я пульнул в него топор, отлично. Вон его энергия вверху, вы видите? Моя энергия 12 из 12, а слева в углу энергия этого героя, этого чернильного злого босса, от которого я пытаюсь убежать. Мама, что происходит? Где я уже бегу? Кого он там выпускает? Вы посмотрите, какие-то бегут. Со мной какие-то чудики гонятся. А ну-ка, получай, на тебе. Я ему этим, как его, какой-то, короче, штукой пульнул в него. Как он разозлился. Получай. Я у него уже хорошо отнял энергию. На, еще лови кирпич. Ого, он чем-то пуляет. Я у него уже хорошо отнял жизнь. У него осталось еще 16 попаданий. Опять он снова выпускает этих своих чернил. А я собираю тем временем суп. Прыгаю, прыгаю. Так, кидаю в него кирпичом. Блин, мне бы сейчас чем-нибудь попасть в эти... Вот на тебе, получай. Хорошечно, хорошечно у нас тут все идет. Пока неплохо. Получай кирпич. Мне в него остается еще попасть 14 раз, друзья. 14. Он в меня пока еще ни разу не попал. Пока у меня неплохо получается, как мне кажется. Ага, не успеешь меня поймать. Сейчас я твоего... На тебе кирпичом. Ну что ты там? Давай, 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 иди сюда. Еще 11. Мне отняли жизнь. Чуть-чуть. Злой сундук, я сейчас от тебя убегу. На тебе кирпичом. Так, кажется, он опять начинает злиться. Ого, как я прыгаю, посмотри. Я в него снова кинул какую-то железную штуку. Не знаю, как это называется, напишите в комментариях. Потому что что-то я пока... Жизнь. Я пропустил жизнь. Кирпич. На тебе кирпичом. Так, мне в него осталось попасть сколько раз? Еще 10 раз. Ох, блин, где же что-нибудь? Вот кирпич. Давай, на тебе кирпичом. Мимо? Кирпич летит мимо, значит, я пока должен с этими справиться, с злодеями. На тебе кирпичом. Есть, хорошо, я попал, друзья. Я уже пробежал достаточно много. На тебе опять снова кирпичом. Зловещий сундук. Еще раз на. 8 раз, друзья, я думаю, что мы вот-вот уже пройдем. Осталось совсем немного. Главное, чтобы меня никто не схватил. Ах ты, блин, меня он задел, это чернила. Это зловещие чернила, которых он выпускает. Но я взял жизнь, сейчас я взял по дороге жизнь. А тем временем он становится все быстро-быстро выпускать. Ай, как же он меня задел, как же больно. Мама, он становится все быстрее-быстрее. На, получай. Есть! Я, кажется, с ним справился! Друзья мои, я только что открыл новый эпизод. До этого я сражался со осьминогом, теперь я буду сражаться с какой-то злой такси, который будет ехать на меня. Я накопил побольше банок, и у меня теперь даже появилось новое оружие. Какая-то банка, которой я могу пулять. Ну что, попробуем, давайте сразиться с такси. Погнали! Зловещее такси будет гнаться сейчас за мной. Итак, дорога. Дорога, и мне нужно собирать суп из бекона. Или беконовый суп. Вот оно, зловещая, здоровенная махина начинает ехать на меня. Получай топориком, машинка. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Ой, какая ты недоброжелательная. Ты выпускаешь какие-то моторы. Это нехорошо.
А, и ты выпускаешь этих же штуковин, да? Это тоже нехорошо. Получай бутылкой. Вы видели? Это появилась новая бутылка. Ага, справился я с тобой. Убежал я. Он как какой-то злые какие-то моторы выпускает. Не знаю, что это такое. Чернильная штуковина. Так, сколько мне по нему еще осталось? Осталось мне еще по нему 22 удара сделать. 22 удара и побольше супчика беконового собрать, конечно. Топориком получай. 20 ударов мне осталось сделать. Ах ты, блин, задел он в меня, да? На тебе, бутылка. Плохая чернильная ты, звериная штука. Берем бутылку. И вот она, снова это такси, получай. 19 раз мне нужно задеть. Берем аптечку, аптечка мне нужна. Что ты там, заглох что ли? Давай, езжай сюда. Ай-яй-яй, как же он меня задел-то, больно. Получай топориком. 16 раз, друзья, 16 раз. Ну давайте же попытаемся пройти его. 15 раз. Я его только что задел бутылкой. Друзья мои, помогайте мне. Пишите поддержку мне в комментариях, чтобы у меня все получилось. Иначе без вашей поддержки я вообще тут никак. Потому что очень тяжелая игра. Очень просто. 13 раз мне нужно еще в таксиста попасть, а у меня энергия заканчивается. Аптечка. Есть, я успел взял. 8 раз до сих пор. Господи, он выпускает своих этих зверей. На тебе. Получай, есть. Хорошо, 8 раз еще опять его нужно задеть. На тебе. Есть. Берем оружие. На тебе. Ах ты, мимо полетела. Я не вовремя прыгнул. Есть. Отлично. Друзья, пока неплохо. Получай такси еще. Берем аптечку. Аптечка мне нужна. Куда ты будешь целиться? Давай, намечайся там. Вот на. 6 раз осталось. И у меня 7 жизней. Вот эта штука хорошая. Она много отнимает энергии. Она же отнимает 3 энергии. Когда я беру железную эту штуковину, она... Ай-яй-яй, задел меня. Получай топориком. 1 раз! Нет! Один раз! И больше 1 жизнь у него оставалась. И он меня своим мотором... разил на повал. Ах ты злой таксист! Справлюсь я с тобой как-нибудь. Все равно! Что мне дадут? Мне дадут какое-нибудь новое оружие, которое я смогу купить? Ну, покажите же что-нибудь. И я перехожу на... Никуда не перехожу. Второй левел всего лишь. Как же тут тяжело с этими боссами справляться. Они все такие злодейские, тяжелые. И так до них все тяжело доходит. Сейчас я еще раз быстро попробую с ним справиться. Если не получится у меня, то не получится. Но я попробую его одолеть. Давай, 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 давай. 20 жизней у него осталось. Шестнадцать жизней. И у него остается 14 жизней. Давай, 9 жизней у него осталось. Получай! Есть! Пульнул я в него бутылкой и от него убежал. Ну что, махина, давай, у тебя осталось 8 энергий, а у меня 12. Может быть, я рано радуюсь, но все-таки я близок к победе. Ты у меня еще ни разу не отнял энергию, а у тебя уже 7. Ха-ха-ха! Ну ладно, может быть, я рано радуюсь, не будем радоваться. Ему осталось 4 раза. Всего-то 4 раза. Ах, пропустил я там вот эту железную штуку. 3 энергии осталось, чтобы мне его побить. Топориком, получай топориком. 1 раз, друзья мои, 1 раз. Сейчас я в него пуляю и все. Вот на тебе бутылка, и ты повержен! Ты повержен, зловещий таксист! Зубастым ртом. Хам-хам-хам. Куда ты уехал? Куда он уехал? Кстати, как его зовут? Кто знает? Уехало это такси, я с ним справился, и мне за это что-то дадут. Давайте же посмотрим. Я накопил много беконового супчика, и мне за это должны дать, наверное, какое-то новое оружие. Ну, по крайней мере, я так думаю. Давайте посмотрим. Я перешел на 3-й левел, и мне дали за это новое оружие? Нет, не дали. А что так плохо?
Далее, вау, нового Бенди я открыл! Бенди-солдат! Теперь я им могу бегать, чё, правда? А ну-ка давайте посмотрим, давайте заценим это. Где я могу Бенди взять? А где мой Бенди? Так, ух ты, смотрите, здесь есть Бенди-пират! Бенди-механик, Бенди какой-то конструктор, Бенди это кто, учитель? И вот Бенди исследователь, да, или солдат, как можно его называть. Я могу его прямо сейчас купить и им бежать. Интересно, прямо интересно. Ну-ка давайте я его куплю, мне хватает супчиков, чтобы его купить. И я теперь буду бегать Бенди солдата. Круто! Давай, я тебя беру, Бенди-солдат, а нового оружия у меня пока, к сожалению, нет. Хотя тут много прикольных оружий, всякие мечи, вот это тяжелое оружие, бочки, гранаты всякие. Класс, 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 тут можно нереально прокачивать своего героя, а потом других героев покупать. Кстати, я пока еще не могу третий эпизод открыть, но я зато могу попробовать пробежать новым Бенди. Давайте совсем чуть-чуть пробежим, посмотрим, как он бегает, может он более быстрый, может он более шустрый. Сейчас мы об этом все узнаем. Итак, новый эпизод, акт второй, и Бенди у меня, исследователь, должен бежать. Да, вот он в каске бежит, и я убегаю снова от злого такси. Чем он отличается от простого Бенди, я не знаю, но он какой-то более бледный. Получай топориком сразу же, зловещее такси. И еще раз. Ого себе! Это что он там пуляет такое? Что он там пульнул? У меня какие-то колючки полетели. Посмотри, он шины пускает! Это колеса с колючками! Серьезно? Нифига себе, какой ты злодейский тип! Сейчас мы тебя тогда бутыльком накажем, на, получай. Вот, вы видите, это шины с колючками. Это круто. Ну ладно, я тебя, наверное, с тобой расправлюсь во второй части, если друзья напишут, что нужно снимать вторую часть. А вы, друзья, обязательно пишите в комментариях, стоит ли снимать вторую часть про Бенди Ран на Funny Family Games TV. Сегодня с вами был Папа. Ставьте лайк обязательно этому видео. И пишите в комментариях, как вам эта игра. Всем удачи, всем пока! Покедова!